сегодня будем переделывать старую татуировку. Будем делать либо хамелеона, либо, наверное, перекрытие. Чувак об этом еще не знает. Но я думаю, мы сделаем перекрытие. Мрак и ужас. С той стороны у нас девушка-демон. И здесь, наверное, будет череп. Еще пока не знаю. Мне надо будет посмотреть вживую эту работу. И оценить, возможно, будет ли ее перекрыть вот этим вот или нет. Но я думаю, то, что в самый раз. Они оба зеленые. Можно заебенить. Вот здесь же, по-моему, этот РУВДшки не было. Вот здесь, по-моему, горело. Это не по-моему? Ну да, РУВД. Не РУВД. Алатауского района. Прокуратура? Да. Вот здесь она, по-моему. И вот она горела, мы тогда к ней подъехали. Там охотничий магазин напротив. По-моему, здесь, да? Нет. Нет. Где-то тоже вот в этом районе. Здесь, короче, он все перекрывается, а тут все стирается. Кто за руль, если что, сядет? Вдруг тебе хуёво станет? Я в прошлый раз сам поехал, я же тогда еще и Макса поехал забирать. Ты даже закинул? Поехал Макса. Ну, девушка с прошлой работы. Ну-ка, покажи ее. И покажите, как сейчас, какую хуйню будешь перебивать. Слов же не будет. Руса, ты точно татуировка? Да, первая татуировка. Мы тогда это, Макс не записался на таймлапс. Кстати, он записался. Записался, нашел? Записался, да. А мы тогда говорили, все, Макс пусть удаляет татуировку, заново объем ему, на таймлапс попал. Готов? Я всегда готов. Я не знаю, ну что там. Тебя жалко. Постелки нет, спать будет. Ну, да. Ну я посмотрю, погоди, я чуть позже сниму, как ты ляжешь спать. Не, я мне пусть. Да, да, да. Че, пока не больно говоришь? Точно? Ничего.
По-любому врет. Ну, после локтя это херня полнейшая, на самом деле. Ну-ка, посмотри сюда. А что у тебя лицо такое грустное, блядь? Я увидел белый цвет. А что тебе не нравится в белом цвете? Там белого, ты посмотри, сколько я только сейчас обратил внимание. Надо научиться обращать внимание на эскизы с самого начала, когда начинаешь. Спать я буду на кушетке. Там просто краска уже есть, она больнее пробивается. Все, там косточка кончилась, да? Ну, там, да, но там... Там нет. А дальше уже звездки, и так это ТДТП, то, что разлетается в воду. Но помещается в шагромонтиру. Больно, что ли? Пойду ее размещу, зажгу и посмотрим, что в небесах. Сейчас слезы пошли, идут. Начни нормально. Он спать хотел. Вот он спит почти. Что там? Я сейчас усну. А, ты до сна так глаза делаешь, да? Да, закрываются. Ну-ка, да, хоть расскажи эмоции свои. Посоветуешь ли ты своим друзьям набить татуировку? Я посоветую. Ярику я даже готов заплатить, чтобы Ярик почувствовал что-то такое и готов сидеть и издеваться над ним. А кто над тобой издевается? Тот, который за камерой сидит. Ну что, как вам вообще работа? Это данные. Нормально. Ну ты видишь, получается? Получается. Перебить вон то. Это отлично. Давай хоть посмотрим это про ты чуть-чуть. Блин. Вон черепок уже, ну. Вот, да, уже да. Вообще, вот давай расскажи, много таких клиентов попадается, которые говорят, что спать готовы, а тут на самом деле? Частенько бывает, да, приходят от тебя, не, нормально, но я думаю, на пятый час каждый уже начинает стонать, орать, пойти домой, но держится. Ну, это хорошо. А есть, которые не держатся? Прям, которые просто вот там вырубаются или так далее? Не, что вырубались, не было. Ну, здесь только не мы вырубали. Так, подозрил. Вырубил? Джек, неси лопату. Thank you.
следующем сеансе будем докрашивать здесь, здесь докрашивать, добавлять деталек всяких разных, белый цвет, и будем совмещать работу уже до конца, сливать все в одно. Так что вот такая вот пушка. Нахуя ты вот перебивал свою... Нахуя ты сначала набил хамелеона, который вот набил, будет? Набил, потому что мне было 16 годиков. Это была первая татуировка, которая стоила мне вот прям копейки вообще. Я думаю, блин, 16 лет первая татушка, почему бы нет? Что вы скажете про первую татуировку 16 лет? Без комментариев. Так, ладно. Вообще, как ты подумал о том, чтобы все-таки перебить ее? Ну, это же все-таки труды. Она вот уже прорисовывается. Никому. Мне кажется, блин, вот тяжело было хамелеона перебить. Да? Ну. С 18 лет раздумки о том, чтобы его закрывать. Ну, это что, я не первая татуировка, правильно? Была первая. Нет, в плане... Вот эти, вот этот. В общем, да. Давай девочку покажем. Еще раз покажем ее. Там, это девочка, там пока также, сюрприз так, будет. Вот, чуть-чуть начало могу показать. Там пока сюрприз будет. Девочка вообще выросла также от хамелеона. Это все должно было переходить как-то. Хамелеончик доделываться, девушка, и все это уходить в рукав. Хотя изначально задумка была перебить хамелеона. В концовке сегодня утром встречаемся. И опять, как всегда, давай это, ну давай вот это. Все, согласен. Ну, то есть, идея перебить на череп пришла тебе, вам, получается, обоим только утром? У меня ночью. У меня утром. Да, по факту. Все, я просто подписался и готово. Не до конца чуть-чуть, но готово. Не, ну, он хотя бы проявляется. Ну, ладно тогда. Кровимся чуть-чуть, теперь заживать, следующие сеансы, дальше уходить. И вот так вот давай. Ha 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 ha!